Тут в округе почтальон объявился. Говорит, что все письма доставили для свободы. Хотя, сам ведь не верю. Нет, ты не думай. Я тебе не забыл. Я тут все время вспоминаю, как мы с тобой ходили вечером гулять. Я все время думал, как же тебя поцеловать. А ты думал, а как сделать так, чтобы я поцеловал тебя? Ну, почему ты не поцеловался? А почему, не знаю. Да и глупость все это какая-то. Серега меня правильно дурачком считает. Нет. Я вот думал, что если я все как-то заново смог прожить, то я гораздо больше целовался бы с тобой, чем целовался до того, как оказался здесь. То есть я вообще с тобой не целовался, это я так себе представляю иногда. Потому что здесь про поцелуи что-то не думается. Да и о бабах здесь тоже не думается. Ой, Нин, прости, баба это не ты. Это я так, вкратце о женском населении. Вкратце о себе. Летать научился, чувствую себя нормально. Парник научился делать. Красивые овощи. Всегда твой, кто ангел. Ангел, фига ангел. Нин, поскрипту, если вдруг кто-нибудь к нам соберется, пожалуйста, попроси его с собой беломорчик взять. Несколько пачек, вдруг найдется.